Воскресенье артисты заслуженного коллектива Малосты области народного театра юного зрителя и призыв Всероссийского фестиваля любительских творчеств и коллективов народный ансамбль «Русский узор» руководитель Наталья Нойман. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте еще раз! Мы рады видеть вас в добром здравии здесь, в городе Плёс, в Левитан-холле. И не случайно мы собрались здесь, потому что Плёс очень гостеприимный город, и мы действительно рады видеть всех гостей на фестивале, который, к сожалению, уже завершает свою работу. Это всегда немножко грустный, печальный, но очень трогательный момент. Этот фестиваль давно стал знаковым, можно сказать, брендовым событием Ивановской области. Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика России». Более 300 мастеров. 60 городов и населенных пунктов России представили на суд жюри более 250 изделий индивидуальных и коллективных работ, среди которых панно, одеяло, покрывало, украшения, сумки, аксессуары, куклы, текстильная пластика. И вот настает то самое время, когда мы узнаем имена победителей и имена гран-призеров. Ну, не секрет, вы уже знаете за эти дни, что фестиваль во многом поменялся. Он стремится в будущее семимильными шагами, скажем так. Мы ему активно помогаем. У нас подключилась молодежь. Мы поменяли площадку, на которой делали основной показ нашего фестиваля. И вот, чтобы не рассказывать о всех этих событиях, мы просим обратить вас внимание на экран. Давайте вспомним самые знаковые события нашего фестиваля. Фестиваль в Иваново – это главный фестиваль у нас в России. Я про него много слышала, приезжаю уже второй раз. Ну, мне очень нравится. Другие фестивали, они более узкие по тематике, по каким-то направлениям, то вот этот дает полную картину всего, что происходит у нас в России. И за это мы его очень ценим и любим. Мне кажется, Лоскут, он безграничен. Уровень, конечно, растет у всех мастериц. Кажется, что в лоскутном шитье ничего придумать нового нельзя, но каждый раз удивляемся всему новому и разнообразному. Это всегда праздник. Приятный, роскошный, яркий, веселый. И это всегда профессиональный разговор. Die Auswahl der Ausstellungen, da habe ich keine Verbesserungsvorschläge, das ist super. Желаю организаторам успеха и большое спасибо за все, что они сделали. Еще как занимаются многие лоскутным шитьем. И определенные работы мы уже видели и привыкли к ним. Но здесь представлена такого высочайшего класса работы, от которой просто ума нужно отойти, хочется смотреть и смотреть. Атмосфера.
атмосфера нам очень нравится. Нравится, что организованы экскурсии в разные города, и что можно там все вместе поделиться мнениями. В этом году Кинешма у нас впервые на фестивале «Восходная мозаика России» представлен выставочный зал в замечательнейшем зале Кинешемского драматического театра. Здесь будет прекрасное представление для всех восходников. Ярмарка организована очень интересная. И вообще сама атмосфера Кинешмы, она навевает такие творческие мысли для всех восходников. Вот эта вот широта Волги, кинешемская атмосфера, купечество, которое обязательно в этом городе присутствует. Мы всегда очень любим, с большим удовольствием встречаемся с друзьями, смотрим новые работы. А сейчас вы счастливы сегодня побывать в городе Кинешма. Были мастер-классы, настолько хорошая программа. Благодарю организаторов фестиваля. Все здорово. А будет еще лучше. Очень хочется, чтобы уровень работ рос с каждым годом, чтобы он продолжал оставаться экспертным фестивалем, фестивалем знаковым для российского восходного сообщества. Пусть у нас будет больше, а работы будут качественнее. Ну что ж, браво фестиваль, вот такой посвященный месяц. Буквально каждую неделю какие-то события. И настала пора подводить итоги. Я предоставляю слово заведующей отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного Российского Дома Народного Творчества Юлии Борисовне Ивановой. Дорогие друзья, наш фестиваль начинался в далеком 1997 году. Это был первый фестиваль в России лоскутного шитья. И с тех пор очень много фестивалей проходит по всей нашей матушке России. Мы очень рады, что они проходят. Но та команда, которая делает этот фестиваль, и я вместе с этой командой хочу, чтобы этот фестиваль действительно был особым, особо дорогим. Тем фестивалем, где мы занимаемся искусством современного шитья. И у нас очень хорошая, дружная команда. И мне хотелось бы поприветствовать сегодня также и тех людей, которые организуют этот фестиваль, всю команду Ивановского областного координационно-методического Центра культуры и творчества. Дорогие друзья, и еще мне хотелось бы поприветствовать директора, который начинал этот фестиваль. Это наша замечательная, любимая Софья Федосеевна. Софья Исаковна Федосеевна. Она здесь присутствует. Нашему фестивалю 22 года, и первым его куратором. До недавнего времени активным членом жюри, экспертом, организатором был Юрий Прокофьевич Бекер. Совсем недавно был юбилей. В июле, 18 июля. И, Виктор Гаврович, этот фестиваль, так же, как и для Софьи Исаковны, это фестиваль, это ваш ребенок такой же. Мы вас поздравляем от всей души и вручаем вот небольшой такой подарок.
что-то вы скажете? Встал, думаю, что-то надо сказать, конечно. Во-первых, здравствуйте, дорогие лоскутники. С вами вместе мы прошли. Мне удалось за время работы в областном координационно-методическом центре провести, организовать и провести 10 фестивалей. Я хочу, пользуясь тем, что около меня стоит эта очаровательная женщина, я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо ей, потому что если бы не ее неуемная творческая энергия, не желание, так сказать, сделать что-то новое, открыть, вот это самое все, не ее звонок сюда к нам в Иваново, а не согласитесь ли вы, как будто вы текстильная столица нашей страны, не согласитесь ли вы вот принять первый фестиваль? Как не согласиться? Само собой, согласились, и вот слава, уже 20 с лишним лет фестиваль живет, фестиваль растет, развивается. И поэтому, Юля, я хотел, чтобы Юля Борисовна, вы все поаплодировали, потому что то, что она делает, это достойно. А всем остальным, я всей души поздравляю всех победителей сегодняшнего фестиваля. Потому что то, что вы делаете, ведь это вашими руками, наше дело организовать. А все, что составляет основу, живую, трепетную жизнь этого фестиваля, это ваши работы. И то, что вы делаете каждый раз с новым фестивалем, не может не поражать своей неуемной тоже фантазией, своим творчеством, тем, что вы каждый раз нам дарите какие-то новые технологии в лоскутном шитье, тем самым продвигая, тем, что на этом фестивале проходит огромное количество мастер-классов, учебы различные и так далее. Поэтому я считаю, что вот вы своим трудом, своим талантом, своим творчеством сделали лоскутное шитье в России очень элитным видом народного творчества. Я вам желаю всем успехов, творчества, чтобы награды фестиваля вас не оставляли каждый раз и так далее, с тем, чтобы вы продвигали вперед это великолепное искусство, которое вот возрождено в России и так успешно развивается дальше. Огромное вам всем спасибо и творческих успехов. А мы желаем вам, конечно же, прежде всего здоровья, здоровья на долгие годы, бодрости. Мы вас любим, обожаем. Нашими молитвами все у вас будет хорошо. Спасибо. В этом мире я прошу занять почетное место в центре зала. Вот прямо вот здесь. Чтобы со всех камер было видно, как вы... Нет, вы зря туда пошли. Вот сюда. Вот здесь мы будем проводить церемонию награждения, чтобы было видно всем камерам, было видно всем фотоаппаратам. Дорогие друзья, мы приступаем к церемонии награждения лауреатов фестиваля. Вера Алексеевна, город Москва, кукольная композиция, семья рыбака, рыбак и жена рыбака. Если нет лауреата, обязательно внимайте, призы будут переданы. А, есть. Я так сказал, мне выходить быстро, и решили выходить долго. И к нам сюда, пожалуйста, лауреаты налево. Вы сможете потом по кругу перейти снова на свои места нашей очаровательной Ирине Аркадьевне. Вот запомнили, да, как проходить надо? Татьяна Андрианова, город Иваново, панно в круговороте времени. Людмила Андронова, город Москва, панно наши корни. Мария Атласова, Республика Саха, Якутия. К сожалению, не смогли быть у нас якуты, но мы все им дипломы обязательно перешлем.
Да, кстати, вы можете разглядеть, несмотря на свет софитов, одеяло и панно, все лауреаты и гран-призеры будут появляться на экране, поэтому, если вы запамятовали, вы их увидите. Нина Бабашова, город Иваново, панно, гимн Ивановскому Ситцу. Кстати, тот ситец, который был принесен в начале наш подиум, это тоже Ивановский ситец, древний, старый, скажем так, старица того тоже. Людмила Бадаева, город Москва, панно, глядя на ограничения. Присутствуйте, господин. Передай. Галина Башмакова, город Иваново, за работы, коврики, веселые трусы и красные распрекрасные. Город Киров, панно, привет, Россия, родина моя. Кировская вечерняя, триптих многоцветия фейерверка. Так что ваши аплодисменты нашему зрителю постоянно удовлетворяют. Валентина Кучерова, Белгородская область, город Старый Оскол, за панно «Матаня». Не присутствует. Передача. Ольга Разницына, Московская область, город Одинцово. Диких три цвета, красный, синий. Александра Елхина, Республика Башкортостан, город Уфа, за композицию «Панно, медведица и куклы скоморохи». Вот такая замечательная работа. Валерий Иванов, Республика Коми, село Выгород, «Панно, тепло моего дома». Татьяна Макарова, город Ярославль, панно поле, поле моей деятельности, диптих осенних листьев сбор. Осенних листьев собор, дорогие друзья, прошу прощения. И ваши аплодисменты. Следующему лауреату это Татьяна Манро, Московская область, город Дубна. Одно маленькая, большая вселенная. Ольга Милованова, Владимирская область, город Ковров. За панно город, которого нет. Ирина Павлова, Республика Саха-Якутия, также будет приз передан этому лауреату. Ульяна Потапова, город Киров, панно, марионетки и одеяло «Сказка на ночь». Вот видите, как остается мастерица. Илья Пустовойт. А также ее коллега Любовь Дитятьева, Кировская область, город Кирово-Чепецк. Триптих «Нескучная классика». Бурные аплодисменты, по-моему, просим вас ненадолго занять свое место в зале. Мы сделаем небольшой перерыв для того, чтобы переложить быстро остальные дипломы, чтобы нам было удобнее, и продолжить церемонию. Но эта сцена пустовать
не будет. Помимо того, что она используется для дефиле, на ней ведь еще и могут выступать прекрасные артисты. Вас приветствует лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей, участница медийного проекта Первого канала «Голос» Ксения Герасимова. Здесь, в этом зале, на что можно, да, Сергей? Да? Это Ирина Короткова, художник, откуда друзья, город Иваново. Галина Алевтиновна Карева, музей Ситца, город Иваново. Лидия Ивановна Семенова, Москва, Российского народного творчества. Марина Алексеевна Блюмин, Государственная Эрмитажская музыка. Председатель Наталья Моисеевна Калашникова, Российский этнографический музей, город Санкт-Петербург. И председатель выставочного комитета, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств, художник текстиля Ирина Вадимовна Трофимова. Уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за дружную профессиональную работу. Мы принимали решение коллегиально, и мы продолжаем наше награждение. Борис, мы вновь просим вас пройти в центр нашего подиума и приглашаем на него следующих лауреатов. Евгения Славнова, Владимирская область, город Судогда, Панно, «Иллюзия роскоши». Бежит прямо под работами.
Воронцова, город Кострома, панно «Цветок Севера». Татьяна Степанова, город... А, есть представитель, да, Любовь. Приехала из Костромы, тут недалеко, буквально в обувь переходит. «Цветок Севера», вот такой вот красивый орнамент. Татьяна Степанова, город Иваново, панно «Русальные праздники». И, в принципе, как вы догадались, именно купальскими русальными праздниками открывался сегодня наш праздник. Так что все к тему. Наталья Сурова, Челябинская область. Сурова, город Снежинск, Динник, страна озер, панно «Небесное светило». Ну, дорогие дамы, не будьте меня в обиде. Вас так много. Всех их не помню. Правда, есть лица, которые мы видим каждые два года. И нас очень радует, что эти люди приезжают к нам постоянно. Максим Федотов, город Новосибирск. Покрывало «Потоки жизни». Нету представителя. Так же, как и представители Якутии, но и мы покажем это панно, это даже не панно, это аксессуары свадебного наряда якутской невесты, вот такие оригинальные были представлены, Азией Харлампьевой и Анной Семеновой, Республика Саха, Якутия. Следующий лауреат – это Лариса Храбрых, и автор идеи, и художественный руководитель, исполнитель при участии творческой группы клуба «Лоскутная пятница», Алтайский край, город Барнаул, за панно «День птиц». Республики Саха-Якутия Инна Чемпасова и Яна Чемпасова за панно «Красавица тундры». Ну, немножко неправильно сфотографировано, да? Надо смотреть чуть по-другому. Татьяна, ну, вы видите, на выставке эти работы, конечно. Татьяна Шмидт, город Мурманск, панно «Явление Луны». Студия «Гатчина», руководитель Косяховская, Ленинградская область, город Гатчина, за коллективный проект «Лоскутный путь». Авторы Гочина, Бухонцова, Юрьевца, Ларионова, Лобрина, Осипова, Рыжинова, Камбах. Включите, по-моему, всех. Тоже не знаю, что неправильно вам показывает, но это просто, чтобы влезло в экран. Клуб «Лоскутная слобода», руководитель Чунсеева, город Тула, за панно в роге «Дуй по ночному морю» и панно «Старых окон, свет лучистый». Еще один вариант – это клуб «Соцветия», руководитель Степанова, город Москва, за проект «Настроение». Авторы Захарова, Мерзлякова, Ильина, Сергеева, Степанова, Царева, Шлыкова, Кордовинцева. Вот сколько мы с Белит работали над этой коллективной работой. Клуб «Уступ» Республики Саха-Якутия. Эту работу вы можете видеть, панно «Танцы узоров». Обязательно приз будет передан. «Лоскут-студия», руководитель Саханчу, город Волгоград, коллективный проект «Эх, полна моя коробушка». Присутствует Волгоград здесь? Земляки, зовитесь. Нет, Волгоград не придет. Поеду в Волгоград сам через полгода, а там. Мастерская прикладного творчества Параскева, руководитель Бочарова, город Нижний Новгород, коллективный проект «Лубочные картинки». Вот вы видите эти картинки на экране, и, к сожалению, представителей нет, но отрада будет передана. Народная студия «Добродея», руководитель Болотова, Владимирская область, город Суздаль, за панно «Шитье, бытье». Подождите, аплодисменты у нас, дорогие друзья. Творческая группа «Шокины», клуб «Лоскутная мозаика».
руководитель Марина Дулукова. Но мы просим лоскутную мозаику чуть придержаться, решили сделать коллективную фотографию. Давайте поддержим дам. Кстати, друзья, у нас есть прямая трансляция в интернете. Если вы позвоните своему знакомому, они вас увидели. Итак, творческая группа «Шокинный клуб. Лоскутная мозаика». Город Иваново, панно «Крещение. Солнце играет». Несложно было посчитать, что лауреатов в нашем фестивале 36, я назову еще одно имя искренне. Надеюсь, что представители творческой мастерской здесь, творческая мастерская Наталья Муравьева, город Новосибирск. Панно «Лесная благодать» и панно «Закон притяжения». Вы видите на картине. Но представителей, к сожалению, нет. Но, тем не менее, давайте бурными аплодисментами наградим всех наших лауреатов. Дмитрий Борисов, да, благодарим вас за проведение этой церемонии, длительной церемонии награждения. Ну, конечно, мы начинаем все ближе и ближе подходить к главным наградам. Как вы заметили, одно из новшеств. Теперь на фестивалях принято вывешивать таблички на работы, стали ли они лауреатами, или получили они спецприз, или поощрительный приз. Но, вы знаете, для зрителей всех наших 10 залов, это было даже откровение, они приходили, видели уже, что да, это лауреат. Фотографировали, селфились, выставляли в интернет. Но, конечно, спецпризы и гран-при нигде не были помечены, поэтому вот эта тайна останется за семью печатями еще несколько мгновений. Вот уже 14 лет в Палеосе проводится российский фестиваль «Плес на Волге. Льняная палитра», председателем жюри которой является академик индустрии моды Вячеслав Михайлович Жайцев, наш земляк. И неоднократно он подчеркивал, что именно в сохранении традиции национального костюма лежит развитие моды в будущем. На нашем фестивале тоже есть такая традиция представлять костюмы. И сегодня на лоскутном балу это будет вновь происходить. Они выполнены участниками фестиваля, но на этот раз мы решили пойти дальше и представим не просто отдельные костюмы, а целую полноценную коллекцию, которая называется «Душенька». А выполнила ее участница фестиваля и модельер Ольга Тимофеева, Свердловская область. Приветствую! Oh,
фестивале. Уже одна из ее работ, она представила свою одну работу, получила диплом сегодня. Ваши аплодисменты, прекрасная коллекция. Вы видите, что длинные ткани, лоскутные узоры и даже соломка прекрасно вписываются в модные тренды. Дорогие друзья, ну а сейчас мы продолжаем нашу церемонию. Я хочу предоставить слово директору фестиваля Ольге Борисовне Кривцовой. Участники фестиваля. Вы знаете, сегодня особенный день, когда вот вроде бы сейчас уже чуть-чуть, и все закончится, и очень грустно с вами расставаться, потому что снова на 2 года вы уедете, снова вы получите, надеюсь, от нас такой большой энергетический заряд, море впечатлений, наверное, с собой вы везете. Мне бы хотелось, чтобы вы запомнили наш город, вот этот город Плёс, и Иваново, и Кинеш, Муишу, и Фурманово, все города, которые вы были, с особенной любовью. Вы знаете, мы патриоты, мы любим свою родину. Любите свою родину тоже. Творите на благо вашей родины. Пускай у вас даже не будет сил, пускай вы будете уставать. Но вы видите, это дает свои плоды, дает свои результаты. Двигайтесь, никогда не останавливайтесь. Пусть у вас всегда все получается. И огромное вам спасибо за то, что вы всегда, каждые 2 года, находите возможность приехать. Я знаю, что некоторым дается это с огромным трудом. Некоторые летят из другого конца России. Но это классно, что вы приезжаете, находите такую возможность. Мы любим вас за это, очень вас за это благодарим. И еще мне хочется сказать отдельное спасибо всем тем, кто стоял у истоков фестиваля. Софье Исаковне вам, конечно же, Юлию Борисовну вам. Вы когда-то давно приехали фестиваль в наши, мои руки. Я очень переживала, волновалась, вот 3-й фестиваль я с вами. И, знаете, вот взять и понести что-то. Это одно, а вот сделать его лучше, каждый год стараться делать что-то новое, это особая ответственность. И сегодня я вижу, что то, что мы с вами когда-то, 4 года назад, разговаривали и планировали, а именно передать фестиваль в молодые руки, сделать так, чтобы молодежь приходила к нам на фестиваль, чтобы она шила, чтобы мы эти традиции с вами могли передать. Это в этом году воплотилось в совершенно реальный, четкий проект. Мы видели его на экране, да, когда мальчишки держали в руках иголку. Представляете, сегодня век компьютерных технологий, мальчишка держит в руках иголку и шьет. Это здорово, что мы с вами не стоим на месте и открыты для новых идей, для новых проектов. Юлия Борисовна, дорогая Софья Исаковна, дорогой Юрий Прокопич, я вам обещаю, что фестиваль будет расти и развиваться дальше. Спасибо вам большое за то, что вы такую хорошую основу нам положили, а мы будем стараться расти и стараться делать его только лучше, год от года, вместе с вами, дорогие участники фестиваля. Спасибо вам. Я настал момент имени оргкомитета фестиваля вручить благодарности Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России» за многолетнюю преданность лоскутному шитью и фестивалю «Лоскутная мозаика России» Раисе Николаевне Фадеевой. Благодарность оргкомитета за многолетнюю преданность лоскутному шитью и активное участие в фестивале «Лоскутная мозаика России» вручается Татьяне Викторовне Кузнецовой. Наши гости из Беларуси, поаплодируйте, пожалуйста. Благодарность оргкомитета за организацию персональной выставки «Клуба «Русский стиль», многолетнюю преданность лоскутному шитью и фестивалю вручается Любови Ивановне Степановой.
благодарность за многолетнюю преданность лоскутному шитью и активное участие в фестивале вручается Барбаре Аланге. Все прекрасно знаете, Вольфганг Айбиш. Дорогие друзья, мне бы хотелось еще отдельно поблагодарить господина Айбиша за то, что он в этом году оказал нам содействие и предоставил потрясающие коллекции немецкие. Пожалуйста, передайте вашим коллегам в Германии эти специальные дипломы за представленные коллекции, которые мы с вами, лоскутницы и все жители Ивановской области, и туристы, которые приезжали к нам, смогли посмотреть в дни фестиваля. Спасибо, Ольга Борисовна. Мы попросим вас ненадолго занять вновь место в этом прекрасном зале. И совсем немного времени остается до оглашения специальных призов. А я хочу поблагодарить всех, кто действительно предан этому фестивалю и свой творческий номер подарит коллектив, который вас сегодня уже встречал, вы его прекрасно знаете. Это призер Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов 2019 года. Фольклорный ансамбль «Артель», руководители Ольга Горнева и Вера Ховытова. Приветствуйте! Специальных призов фестиваля. Специальные призы за лучшие произведения с использованием машинного шитья и машинной вышивки вручаются Ольге Штан. Город Москва, город
Липштадт, панно, русский сувенир, панно, воспоминания о бабушке. Далее и спецприз за оригинальность идеи. Почему? Нет, вот все правильно, что у меня будет. Вот мы же там. Да? Идите. А ее нету? Я думал, что призвано. Специальный приз за оригинальность идеи вручается мастерской Параскев, руководитель и художественный руководитель Елена Платонова, Республика Саха-Якутия. Вы видите эту работу, мы не могли ее не отметить. Особо город Пенск, Серебряный черный год, Красный год, и мы пришли на это. Коллекция, благодаря народному голосованию в интернете, легла в основу нашего баннера, нашего фестиваля. Я надеюсь, что ваши лучи добра далеко на Якутии, где также холодно, как и у нас. Специальный приз за лучший проект вручается клубу «Восходного жития» Челябинской области, студии «Книга», мастерская на кафедре некрасного прикладного творчества Челябинского государственного института культуры, клуб «Успех», клуб «Машинки и так», клуб «Подозерки», клуб «Радужница», клуб «Светолка», мастерская «Лик» и клуб «Парасхева». За проект первые 5 лет автор идеи Елена Артюшкина. Как-то придется довести до дома. А вас мы попросим задержаться. Елена Артюшкина. Еще один специальный приз, учрежденный жюри за сохранение национальных традиций шитья. И он также вручается объединению «Уро-Юра», руководитель Екатерина Бочкарева, художник Мария Егорова, Республика Саха-Якутия, Усть-Алданский улус, панно «Занавес невесты». Прекрасное панно, оно тоже здесь не уместилось, оно немножко повернуто. Если вы помните, это такое огромное при входе панно, очень красочное. И на церемонии открытия этой выставки все туда невесты заходили, говорят, они обязательно найдут своих мужей. Будем на это надеяться. Спасибо большое, Ольга Борисовна. Итак, спецпризы вручены. Ваши аплодисменты. Мы все смотрели, да? Поздравляемся. Но, тем не менее, призы обязательно найдут своих героев. Мы уже говорили не раз о одежде, которые включают элементы лоскутного творчества. И действительно, модельеры все чаще применяют в производстве своей коллекции элементы лоскутной техники, которые отлично смотрятся в моделях, передающих народный стиль, традиции и фольклор. Один из таких коллективов, вот совсем недавно, буквально неделю назад, здесь, выступая на Волге, на фестивале «Плюс» на Волге «Льняная палитра», вновь стал дипломантом. Он вообще является постоянным победителем всероссийских конкурсов и обладателем знаков «Серебряный феникс» всероссийского фестиваля «Плюс на Волге. Льняная палитра». Это образцовый театр моды «Коломбина» и его руководитель, модельер Ольга Бобро, который представит вам коллекцию «Сорокин плюс», а поможет им в этом солист Ивановской государственной филармонии Максим Коновалов. Приветствуйте! Thank you.
Фактически театральным костюмом. У нас даже есть и такие коллективы. Ну что ж, дорогие друзья, настают, наверное, самые ответственные минуты. И прежде я хочу предоставить слово нашему гостю, почетному гостю фестиваля, господину Вольфгангу Айлишу. Мы просим вас подняться на эту сцену. Мы уже видели вас в интервью, но пожелания добрые фестивалю, этому почетному гостю, наверное, все-таки стоит произнести отдельно ваши аплодисменты. Это мой 10-й фестиваль, в котором я участвую. Каждый раз кончается это слезами, часто. И этот раз особый момент. Впервые я принес свою супругу, и она счастлива. Каждый раз я говорю, я сейчас уже почти 10 лет на пенсии, и думаю, конец, больше невозможно. Не обещаю не больше приезжать. И желаю вам до этого успеха, новых идей, новых умений, новой техники. Я помогаю вам через блок Берлина, как я вчера вечером уже обещал, вам давать новые выводы, новые импульсы из европейского развития Квиллинга. Блок Бернина – это очень качественный портал по европейскому Квиллингу, очень профессиональные фотографии и очень знаменитый, даже вам знакомый автор – это Гудмунд Хейс. Счастья вам, успехов вам, здоровья вам, любви в жизни. У нас есть небольшой друзья. Пожалуйста, сейчас все озвучат. Мы не просто так пригласили. Дорогой господин Айлиш, мы очень тронуты, и мы сейчас тоже будем плакать. Но мы не хотим плакать, мы хотим радоваться и вообще на самом деле от всей души поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете нашему российскому лоскутному шитью и способствуете установлению вот тех самых прочных, нерушимых культурных связей, которые объединяют людей, страны. И у нас для вас особый подарок. Это, как я знаю, что когда вы приезжаете в Петербург, вы всегда мечтаете попасть в Эрмитаж и очень любите наш музей. Поэтому для вас приготовили лимитированное издание коллекции Эрмитажа. Она только у некоторых президентов есть. Что
самый знаменитый русский камень малахит. Конечно, это не сам малахит, а имитация малахита, иначе эта бы книжка была совсем неподъемная. И когда вы будете у себя дома в Германии, дети, внуки, вы сами с супругой сможете листать эту книгу «Два тома» и вспоминать Эрмитаж. Ну, а я уверена, что лоскутницы, лоскутное шитье России всегда с вами вспоминать не надо. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Я очень сотруднит и обещаю не оставить эти дома у себя дома. Пусть мои внуки, мои дети, моя супруга едет в учебный центр немецкой гильдии в Дортмунде. Там есть большая библиотека и так получает сотни тысяч немецких художниц всем по массе по Эрмитажу. И снова будем в октябре в Эрмитаже этого года. Дорогие гости, вообще я не могу, мы здесь килограмм 10, поэтому не знаю, как господин Айдиш привезет это через центр, может, придется доплатить за багаж. Уникальное издание, еще раз ваши аплодисменты. Итак, дорогие друзья, слово предоставляется председателю жюри, ведущему научному сотруднику Российского этнографического музея, профессору кафедры истории и теории искусств, доктору культурологии Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Наталье Моисеевне Калашниковой. Дорогие друзья, уже так много сказано, и так многих уже поздравили, и я понимаю, что с нетерпением ждут завершения, да, нашего сегодняшнего замечательного вечера. Но прежде чем будут названы победители, я хотела бы сказать, что у жюри была очень сложная задача. И, знаете, со временем она усложняется и усложняется, потому что мастерство ваше повышается. Многообразна фантазия, придумываете очень много всего интересного. Мы не всегда даже можем найти правильные и точные названия новым явлениям, которые появляются в лоскутной мозаике России. И вот приехавшие гости из Беларуси, из Германии, ну, я думаю, с интересом рассматривают то, что у нас происходит. Нам и специалистам, и лоскутникам очень были интересны, конечно, работы немецких коллег. Вообще, конечно, лоскут идет в Европе и в Америке, каждый своим путем. Вот. И мы прекрасно понимаем, что наш путь, с одной стороны, он должен иметь, ну, что он имеет свои корни, мы это все давно хорошо знаем, и имеет свои дороги, но перспективы необычайные, потому что новые технологии, они будут заставлять вас искать что-то еще и новое, не забывая традицию. Поэтому хочу сказать, что жюри, мы давно работаем вместе, но не просто решать, и у нас бывает очень много споров, и мы не всегда едины, но тем не менее, тот вердикт, который принят, он уже принят. И поэтому сейчас вот будут объявлены результаты работы нашей жюри. Пожалуйста. Прежде чем мы приступим к официальному награждению, я хочу сказать, что вот в состав жюри входит двое петербуржцев. Так сложилось, что Марина Алексеевна Блюмин, представитель государственного Эрмитажа, и я, представитель Российского этнографического музея, много лет с вами. И, конечно, наша душа болеет за то, чтобы все-таки в первую очередь изучались традиции, а потом вышли дальше и дальше. И из фондов возможностей наших музеев мы приготовили несколько подарков сверхофициальных, как бы. Пожалуйста. Клубы лоскутного шитья Челябинской области, руководитель Артюшкина Елена Ивановна, пожалуйста. Замечательных русских женщинах. Ну, то, что русские женщины красивые, знают во всем мире. Но как они красивые в народных костюмах, настоящих, об этом говорит эта книга. Пожалуйста, изучайте и продолжайте. Клуб «Русский стиль» в
города Иваново. Эта книжка редчайшая. Это каталог выставки Айны. Ну, вы уже познакомились с потрясающим искусством Якутии, да? И все видели, восхищались и так далее. Так вот, я хочу сказать, что якуты восхищаются искусством айнов. У айнов тоже традиционная лоскутная техника, аппликация. И поэтому, пожалуйста, изучайте и используйте в своем творчестве. Степанова Татьяна Анатольевна, город Иваново. Мы желаем продолжать изучать традиции народов России, и поэтому коллекция, императорские коллекции в собрании Российского этнографического музея вам. Клуб «Соцветия». Степанова Галина Рафаэловна, город Москва. Примеров для подражания или для восхищения, изучения масса. И вот выставка, которая прошла в стенах нашего музея «Краски Китая», вызвала колоссальный интерес, потому что Китай такой необычный, совершенно неожиданный даже для тех, кто когда-то пытался заниматься искусством этих разных народов. Китайцы, они очень разные. Вот здесь все это запечатлено. Изучайте. И спасибо. Клуб «Параскева», Нижний Новгород, руководитель Бочарова, но их, к сожалению, сегодня нет. Я скажу пару слов. Вот эта маленькая, казалось бы, тоненькая книжечка, но она очень важная на сегодняшний день. Это книжка выставки «Глазами Гоголя». Как известно, Николай Васильевич прекрасно знал культуру и русских, и украинцев. И вот мы показали в этой книжке, как много общего в культуре этих народов. Поэтому вручите, и пусть они тоже этим пользуются. Кустовой Трия Алексеевна, город Киров. Это каталог выставки Мариана Фортуни «Волшебник из Венеции». Это потрясающая выставка о человеке, который ткань превратил в драгоценность. Изучая традиции, изучая историю текстильных рисунков и фактур, он создал удивительные наряды и ткани, которые до сих пор вызывают восхищение. Я вам желаю стать волшебницами. Мил-студия Ганчина, руководитель Косенковская, Наталья Юрьевна. Потому что ваш проект меня глубоко поразил и восхитил. Очень интересно. И то, как вы глубоко интересно подходите к идее произведения, как вы воплощаете, как вы работаете с материалом. Я надеюсь, что эта книга вам также будет полезна. Ну, отчасти вы уже волшебницы из Гатчины. Но от Российского дома народного творчества у нас тоже есть подарки. Это выставка в Москве в Народной галерее. И мы вот такой подарок дарим замечательному ивановскому мастеру. Мастеру, который с первого самого фестиваля. Это дорогая Нина Евгеньевна Бабашова. Города Гатчины, клуб Гатчина, руководитель Гатчина.
Ну что ж, дорогие друзья, вот и настал тот самый миг, когда мы узнаем имена двух обладателей Гран-при фестиваля, которые в дополнение к диплому получат денежный сертификат. И я вновь прошу выйти на эту сцену Наталью Моисеевну и вручить Гран-при за лучшее авторское произведение фестиваля Лебедевой Ирине Александровне, Рязанская область, город Касимов, панно «Текстильный карнавал», панно «Первое октября» и панно «Огни большого города». Сейчас будет еще один гран-при. Ну, за сертификат надо подойти расписаться. Это на видео мы потом вырежем. Ваши аплодисменты, как будто так все равно уже задумали. И, конечно, гран-при фестиваля вручается за лучшее коллективное произведение. Клуб «Русский стиль», художественный руководитель Любовь Степанова, город Иваново, панно «Праздник души», панно «Сковородки», панно «Заправский» и панно «Мой костер в тумане светит». Ну что ж, милые воспитанницы, пожалуйста, занимайте этот подиум. Под эти бурные аплодисменты. Прекрасные работы. Ну а пока мы улаживаем все денежные дела, пожалуйста, пройдите сюда. Работайте ко мне. Вместе с сертификатом просим подойти вот сюда. У нас здесь бухгалтерский уголок. Спасибо, Наталья Моисеевна. Ну что ж, дорогие друзья, это были напряженные почти полтора месяца работы. Фестиваль подходит к своему завершению, но для всех, для вас должна прозвучать еще одна песня, чистая, ивановская, конечно, от ивановского коллектива ансамбля «Звездопад», художественный руководитель Алексей Булгаков. Приветствуйте! Смотрит на нас.
Встретимся с вами, и мы в этом уверены, опять на том же месте, в областном традиционном методическом центре культуры и творчества в городе Иваново. Адрес вы знаете. Мы благодарим наших гостей, наши многоуважаемые жюри и всех вас, дорогие лоскутницы, за то великое дело, которое вы делаете за сохранение народных традиций. До свидания, фестиваль! Спасибо! Ну а сейчас...